да, будут победители. Но проигравших не будет точно, потому что в выигрыше останемся мы все. Данное соревнование проходит у нас 39-й раз. Я уверен, что данный старт пройдет на высоком организационном уровне, а вы покажете свои лучшие результаты. Шикарные соревнования, шикарная погода, шикарные будут результаты. Мы ждем вас на финише. Удачи! Спасибо! За год в нашей тусовке беговой прибавилось, и мы теперь, можно сказать, армия. И лучшие воины сегодня собрались на стартовой ленточке на стартовом городке Есенинского пробега. Дистанция проверена и больше на 300 метров, чем была в прошлом году. 21 километру 0,975 метра. Мастер спорта России, неоднократный призер всероссийских соревнований Кубков России. Второй Андрей Клинов. Третий в абсолютном защите у нашего гостя Твери. И бегунов поддерживать. Час 20:52. Ваши у нас первые среди женщин и 18-я в общем защите среди мужчин. А вот у нас Татьяна Сычева, второй призер среди женщин. Не жить в стране, на любовь надеяться, значит, я буду жить. Абсолютно лучшие результаты среди мужчин. Третье место – Владислав Нинашев. Второе место – Андрей Клинов. Первое место – Александр Именин. От нашего спонсора компании «Fit Elite». И они остаются нашим победителям, конечно же, под ваши самые громкие, самые дружные аплодисменты. Абсолютно лучший результат среди женщин. Третье место – Ксения Иванова. Второе место – Татьяна Сычева. Ну и первое место – Мария Именина. Ваши аплодисменты!
Я думаю, что 39-й праздник спортивный, который состоялся на территории муниципального образования Рыбновский муниципальный район, свершился. Приезжайте, пожалуйста, мы вас с удовольствием ждем и новых спортивных результатов вам.